Наш телеканал сегодня с экскурсией посетили гости из Финляндии, Швеции, Эстонии и Венгрии. Лингвистам, которые приехали на международную конференцию по двуязычию, показали павильон, где в прямом эфире выходит передача. Познакомились с тем, как у нас на коми-языке происходит переозвучивание мультипликационных и художественных фильмов. Ученые были приятно удивлены уровнем, на котором построена работа по сохранению родного языка. Когда я 2 года тому назад первый раз приехала в своей жизни в Сыктывкар, тогда познакомилась с коллегами, лингвистами из университета, из научного института, но поколение пожилых исследователей, и они вспоминали моих профессоров. Вот мы с ними здесь стояли, вот участвовали во время перестройки, я не знаю, с ними в митинге. И мне было прямо стыдно, как мы забывали про коми, а почему это разве так, не знаю. 25 лет тому назад именно, как я сейчас сказала, сюда и во все финно-угорские республики России ездил наш тогдашний президент Венгрии Арпад Гёнц. Показали гостям и радиостудию. Зарубежные лингвисты были приятно удивлены, что 70% передач готовятся именно на родном языке коренного населения.